Добрый вечер, дамы и господа. Я сегодня попою для всех роторов. Меня кто-то знает в группе. Меня зовут Александр Александрин. Кто-то знает меня как Сахар. И сегодня для вас мини такой концерт пробный. Да, первый раз сделаю прямой эфир в такую группу. Вот, давайте попробуем, попоем, пошумим чуть-чуть. Поднимем настроение, да. Вперед за ротор! Вперед, победа! Вперед за ротор! Вперед за ротор! Вперед! Отлично, звук есть. Я начинаю, я хочу вас размять немножко своими песнями. Я сыграю пару каверов и парочку своих про ротор. Вот, и поэтому наслаждайтесь, делайте комменты, делайте лайки. Спартак чемпион! Вперед за ротор! Делайте аккаунт, он сказал, да? 1xb. Да, 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 ставьте на ротор и всасывайте. Пишите в комментариях, что как по звуку, мы, может быть, что-нибудь добавим, если звук там не очень понятный, окей? Ну, я начну, наверное, с песни, которая всем очень близка. Это группа Сплин, и она очень мне тоже дорого. Эта песня, я попробую сейчас ее спеть для вас, для всех подписчиков ротора, фанатов и болельщиков. Вперед за ротор! Давай-давай, Саша, давай! Сойдем! Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, по земле и в воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули с ней в разных местах. Мы идем ставить кофе, победу собрали, а кто-то сбежал под пробелем. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И пускай ты не стала звездой Голливуда, не выходишь на подиум в нижнем белье, у тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть чище, чем мантиретка во мне. Ну так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забегал. В моем имени мне назван город на карте, но задвинутые шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву увидел то, что многим даже не снилось. Не являлась под кайфом, не стучалась в окно. И мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце. Спасибо, спасибо, друзья! Все пишут, Кировский
Всем привет! Урюпинск за ротор, да? Я немножко поговорю с вами. Сегодня такая волна пошла. Мы очень рады, что ротор теперь будет играть в премьер-лиге. И это хорошо. Давайте поддерживать клуб. Давайте поддерживать город. Давайте вообще сплотимся вместе и будем поддерживать нашу команду. И поэтому я бы хотел следующим треком зарядить собственный трек, который я написал про ротор очень давно. И некоторым фанатам и болельщикам ротора она полюбилась. Вот, поэтому прошу любить и жаловать. Я не люблю много говорить на камеру, но я лучше спою песню, и вы все услышите. Как звук? Напишите, отпишитесь, как звук? Как звук? Нормально все? Кто-нибудь напишите вообще. Все слышно? Микрофон, гитара? Ну-ка, кто-нибудь? А? Есть такая штука? Пишите, я хочу узнать, что, может быть, что-то поменять надо, нет? Нормально? Ставьте лайки, если... А, норм, да? Все, бомба? Звук летит? Тогда мы продолжаем! Вперед за ротор! 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 Ну а теперь наш самый крутой хит. Возможно, когда-нибудь он станет новым гимном ротора. Я так во всяком случае, я так надеюсь. На вашу поддержку, господа ротора, болельщики и фан-сектор. Б-110, отдельный респект, привет! Итак, авторская песня про ротор. Она называется «Вперед за ротор». Просто так и называется. Пока что. Такой хэдмейн шоу, поэтому ребята, поддержите меня, кто знает эту песню, я хочу ваших. Кто-то написал деревенский. Я не знаю, от чего это, но это мы. Сто семь человек уже. Сегодня воскресенье, лучший день недели, а это значит сегодня футбол. И я беру билеты на фанатский сектор, ведь для фанатов это закон. Полные трибуны, стадион победы, и с нетерпением все мы ждем. На поле появился наш флаг небесный синий. Мы встали и все хором поем. Вперед за ротор, вперед победа. Вперед за ротор, за Сталинград и деда. Вперед за ротор, кубка вылетая. Вперед за ротор, сейчас подписчиков прибавим, за ротор. Бывает тяжко нам порой, но поднят шарф над головой. Известно всем, нам нужен гол. Неважно как, пусть даже через фол. Неважно чем, неважно как. Заброс трактуем по флангу пас. Давайте, парни, покажем класс. Играйте как последний раз. За Бога нет для них земли. Мы доказали, мы смогли. Теперь настал ваш черед. Давай за ротор, давай вперед. Давай вперед. Вперед за ротор. Вперед победа. Вперед за ротор. Настанем даты деда. Вперед за ротор. Ротор, Волгоград, па-па-па-па, па-па, Ротор, па-па.
за ротор вы! Вперед за ротор! Вперед за ротор вы! Вперед за ротор! Вперед за ротор! Вперед за ротор! Вперед победа! Вперед за ротор! За Сталинград и деда! Вперед за ротор! Кубкам и медалям! Вперед за ротор! Мы все так долго ждали! Вперед за ротор! Вперед победа! Вперед за ротор! За Сталинград и деда! Вперед за ротор! Кубкам и медалям! Вперед за ротор! Мы все так долго ждали! Спасибо, что как там видно, все нормально. А? Спасибо, Антон, спасибо, респект, респект, Антон. С Михайловичей к нам люди присоединяются, нас смотрят люди, да? Вот у нас сегодня еще так совпало, у моего друга день рождения, мы сидим сегодня, делаем шашлыки и там туда-сюда. Ну, сейчас дело не об этом, мы сегодня пробуем, первый такой видеоряд, да? И я еще поиграю песенку. Сегодня, все норм, да? Спасибо, нормик, спасибо, ништяк, зачет, окей. Для вас я хочу исполнить какой-нибудь кавер на какого-нибудь, может быть, Цоя. Давайте Цоя споем, да? Цоя споем? Споем Цоя. Кто за Цоя? Давайте, ну, лайки там, не знаю, что. Лайков летит. А, сила, вперед за ротор. Наш ништяк, залетела, да, песня? А, отлично, отлично. Давайте продолжим дальше, да. Я очень, на самом деле, рад, то, что Ротор вышел в премьер-лигу, наконец-то. Мы 16 лет ждали этого. Ребята, разве нет? У нас теперь будет каждый домашний матч праздник. Стадион будет битком. Манчестер, Манчестер рулит, Манчестер рулит. Спасибо. Я не успеваю читать ваши комментарии, потому что вас реально, ребята, много. Но всем респект, всем спасибо за поддержку. Я продолжаю, наверное, да, и спою какой-нибудь такой... Перемен просит, спой перемен. Перемен? А, окей, требуют люди перемен, тогда перемен. Ву! Календаря выпочинки. Красное солнце сгорает от тла, день догорает снег. На плаще город падает тень. Берем, требуют наши сердца. Коробка от спичек пуста, но на кухне синим цветом.
газ. Сигареты в руках, чай на столе, рядом с кем образца. И больше нет ничего, все находится в нас. Белыми требуют наши сердца. Нашим смехи и в наших слезах и пульсация. Мы ждем перемен. Похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно. Ребята, пока 6. 26? Конечно, пока 6. Мы ждем ваше время. Да, 27 человек уже. 27 человек уже тут показаны. Сколько скажет кукушка? В городе мне жители на поселках камням лежат и рекарит звезду. Звезду. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Нет. И если есть порох, то дай огня. Вот так. Одинокому сильные да смелые головы сложили в поле бою. Мало кто остался в светлой памяти, трезво помня да с твердой рукой стою. Страю. Скула. И если есть порох,
довольная. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? А ты... Я прошу прощения, у нас постоянно прерывается прямой эфир. Видимо, что-то с телефоном или с интернетом. Но мы решили, приняли такое решение, потому что у нас это вообще сходу так получилось, такой прямой эфир. Я надеюсь, я кому-то уже настроение поднял, но мы продолжим сейчас и споем еще пару песен, и на этом, ну, заключим свой прямой эфир, потому что интересно посмотреть, как это вообще выглядит. Интересно побухать. Короче, я начну, сыграю песню про чемпионат мира. Я расскажу так. Про чемпионат мира я написал песню за полгода до начала его, и так получилось, что она зашла там. И поэтому я хотел бы ее исполнить, ребят, давайте поддержим. Там надо в конце покричать «Вперед за Ротор!» Если вы там с того экрана покричите, я буду очень рад, реально. Давайте, вперед, попробуем. Итак, песня называется... Эй, все! А ну-ка, все собрались возле телефонов, возле экранов и порадуемся за наш великолепный клуб «Ротор!» Как солдат ждал дембеля, офицер, квартиру, как депутат мандата, кто-то красную ксиву. Все мы ждали чемпионата футбола в Россию. Приезжали всех, нам было четко. Кто-то футбол посмотрел, кто-то просто пофоткал. Окей, Гугл, или привет, Сири. Расскажи, как люди ждали футбол в России. От Калининграда и до Владивостока. Зною и жару или мороз жестокий. Футбол для нас, как для крошки квас. А эти бессонные восторг, это просто полный экстаз. Проверка микрофона, one, two, three, раз, раз. Ну что, все готовы? Бежать и рабочий класс. Ула, 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 ула. Мы самая дисциплинная страна. Места хватит на всех по-любому. Welcome to Russian World Cup по футболу. Эо, эо. Мы обеспечиваем самый теплый прием. Эо, эо. Мы обещаем, мы вам не прием. Эо, эо. Мы вам подарим каждый футбол. Эо, эо. Ладно, джургут он так, Путин же сказал, все будет путем, и все ништяк. И нам абсолютно безразлично, какой у вас флаг. Это факт, не расизм, ого, как-то так. Москва, Питер, Ростов, ЕКБ, Волгоград. Здесь каждый город фанатом рад. Здесь друг как брат, такой расклад. И нам не важно, как это роза, чей-то фирмы фанат. В паре ребят с Ливерпуля, Барселона. Нас таких всех разных, много миллионов. В общем, встретим всех-всех, обещаем красиво. Добро пожаловать в Волгоград, welcome to Россия. Эу, эу. Мы обеспечим вам самый теплый прием. Эу, эу. Мы обещаем, мы вам не врём. Эу, эу. Мы будем рады вам ночью и днём. Эу, эу. Мы обещаем, мы вам не врём. Ребята, теперь такая фишка. Я пою эй-о-о, а вы с того телефона, с экрана должны покричать только «Ротор», только «Победа». Готовы? Договорились? Кто знает эту песню, попивайте, окей? 3, 4! Эо, эо! Только «Ротор», только «Победа». Эо, эо! Только «Ротор», только «Победа». Эо, эо! Только «Ротор», только «Победа». Эо, эо! Эо, эо, мы обеспечим вам самый теплый прием. Эо, эо, мы обещаем, мы вам не врём. Эо, эо, мы вам подарим праздник футбол. Эо, эо, официальный гимн пишет. Мы обещаем, мы вам не врём. Эо, эо, мы обеспечим вам самый теплый прием. Эо, эо,
эо, эо. Мы будем рядом ночи и днем, эо, эо. Мы обещаем, мы вам не врем. Да. Как надо. Это Андрей, который невольно сегодня выступил редактором этой видеотрансляции, да? Да, я включил тебе микрофон, говори на всех. Спасибо тебе большое за твое шикарнейшее выступление. Ну, может, для поднятия настроения исполнишь пару каверов еще? А, знаете как, я, наверное, исполню еще одну свою песенку, и мне один человек поможет в этом. Такая крайненькая на сегодня. Такая пробная, да, у нас сегодня прямой эфир, да? Я думаю, мы впоследствии продолжим такие вещи исполнять. Потому что все соскучились по футболу. Все очень рады, что у нас движуха живет. Ротора не скучает. И все ждут большой футбол в Волгограде. Саня, я с тобой полностью согласен. Я видел тебя лично. Мы забежаешь в трибуну, ты бежишь по нижнему ярусу. Кричишь, даже VIP пытаешься поднять на ноги. Благодаря таким, как ты, действительно, Волгоград, наверное, живем. Спасибо тебе за этот концерт. Давай последнюю песню. Ну, если хочешь, можешь 2-3. Спасибо огромное, спасибо. Но мы сейчас продолжим, пару песен сыграем и закончим на сегодняшний эфир. Всем спасибо, кто присоединился к нашему эфиру, а особенно спасибо модераторам, которые нам сегодня сделали такую великую честь сыграть для группы, для ротора, для всех фанатов и болельщиков. Спасибо вам огромное за такую возможность выступить перед большим количеством людей. Как-то так. Все правильно. Все, мы начинаем. Мы споем песенку, которая может быть не актуальная, но тем не менее. А вон луна же подсвечивает. Все. Итак, я приглашаю на эту импровизированную сцену моего хорошего друга, лучшего друга Юрия Александрова. У нас скоро, у нас родится новый проект, но об этом чуть попозже. Мы сейчас споем песенку. Всем привет. Композиция называется «45-й президент». Немного не в тему, не про футбол, но я думаю, это всем очень даже подойдет сейчас, в столь поздний час. Ну, хотя кому как, на самом деле, не поздний. Где же наши зарплаты? За тобой Россия, за тобой страна. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Где же наши зарплаты? Ты не покидай нас никогда. Трансляция на лопате. Ты, Барак Обама, ты не выполнил свою предвыборную программу. Тебе твоя касса в Инстаграме, налей в стакане. Ангела Меркель, вы в наших глазах померкли. Ждите, к вам скоро Путин приедет с проверкой. Франсуа Олланд, ты нам был почти как брат. Что скажи на все это? Дональд Трамп, пам, трам, пам, барам, пам. 45-й президент Трамп, пам, рам, пам, барам, пам. Дональд Трамп, пам, рам, пам, барам, пам. 45-й
президентом. Пам-драм-пам-барам-пам. Крек мешая, ночь идет большая. Что же ты, Дональд Трамп, не спишь? Ждать твои соседи, Путин и Медведев. Нафига ты Сирию бомбишь? Да? Дональд Трамп. Пам-трам-пам-парам-пам. 45-й президент Трамп. Пам-трам-пам-парам-пам. Зачекинься в Инстаграм. Трамп-пам-трам-пам-парам-пам. 45-й президент Трамп. Пам-трам-пам-парам-пам. Уважаемый товарищ Сноу, но вы же понимаете, что вы делаете, это глагол. Вы же понимаете, народ устал от Тимати и Бамбургеров, от Блэкстар, от Аллы Пугачёва и Филиппа Киркорова, хотя вместе не смотрится здорово. От новостей по ту сторону экрана, от того, что утром завтра на работу не рано, от рэп-баттлов versus за и слова. Одно из Окси Оксимирона. От всяких типов, которые живут на Рублевке. От всяких типов, у которых на шее веревка. Ну и Дональд Трамп. Дональд Трамп. Бам, трам, бам, барам, бам. 45-й президент Трамп. Бам, трам, бам, барам, бам. Пишут, давай Кудрявцева трость. Там Кудрявцева заказывают. Сорок пятый президент. Пам, драм, пам, барам, пам. Всем спасибо! Всем здорово! Вперед за ротор! 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 А теперь специально для тех людей, которые не знают нашу кричалку. Вперед, сине-голубые! Эй! Эй! Вперед, сине-голубые! Эй! Эй! Вперед, сине-голубые! Эй! Эй! Вперед, сине-голубые! Эй! Эй! Ты можешь спеть песню, кстати, почему нет? Не-не-не. Я хотел сказать, там был запрос про Кудрявцева, про песню «Трость». Ваня, я знаю, что ты меня сейчас видишь. И это будет слишком претенциозно в данный момент. Так что как-нибудь в кулуарах исполню. Ну, вообще могу две строчки. Я не званый гость, но у меня есть трость. Она похожа на мою кость. Ну, это тебя чисто уважаю, Ваня. Чисто тебя. Итак, ребята, всем спасибо, кто смотрел наш прямой эфир. Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний экспромт такой. Мы, ну, не рассчитывали, что так все резко произойдет, но, вы знаете, оно все нежданчиком происходит. И поэтому мы не постеснялись, сделали такой прямой эфир. И спасибо огромное тем людям, модераторам, которые нам позволили провести этот прямой эфир. Вот. Еще одну песенку, да, спеть надо? Какую-нибудь? Давай еще одну. Я даже не знаю. Давай снова что-нибудь нормально. Давай.
Слышь, на туре Хит-Зероу Джек. Да не, не, не. Хит-Зероу Джек, кстати, охуенно будет. Ну, Бабл. Какой-нибудь Бабл. А Бабл? Ну, что это? Да, Бабл сыграем. Ну, а в чем нет? Хорошо, ладно, нас тут уламывают уже сыграть наши новые треки, которые мы не хотим палить пока что. У нас новый проект. Ну, давайте я спою какую-то заключительную песенку. Дело в том, что я человек, который тоже хочу передохнуть. Это интересно, прямой эфир. Вот, я, наверное, спою песню про Цоя, ну и про меня, про сигареты. Короче говоря, я хочу курить, ребят, хочу завершить эфир на мажорной ноте. Если есть в кармане пачка, ребят, и в том -то сигарет. Что это еще кто нормально. Курит, посвящается всем как курящим. Сложно все делать. Бля, это уже не отбавляет. Все. Телефона хватит. Я не знаю, сколько мне осталось жить. Может быть, неделю, месяц, может быть. С таким стампом чистить и без конца ростом цен. Нам нужна остановка, мы ждем перемен. Каждый день я пытаюсь не прогнуться под мир. Но жизнь тебе не сахар и не фруктовый кефир. Но я-то точно знаю, что ты стреляешь в билет. Но по-любому нас на пачку сигарет. Но если так не на пачку, то хотя бы на поштучно. Если жизнь загнула тебе, ты живешь, брат, скучно. Веселее жить, когда ты на самом дне. А рад, что осталось пачка. Готовы? Ну если сигарет, значит все не так уж плохо. На сегодняшний день и билет на самолет серебристым крылом. Кто взлетая оставляет земле лишки, лишки. Че-че-е! В СМС, слышь, братан, ты меня прости за то, что я содрал твою манеру и стиль. Иди аккуратно, так совсем невзначай. Мне б заработать на крошку, картошку и на чай. Заработать бы мне на банку пива. А еще на пачку сигарет вообще красиво. Но если что, вдруг срублю кучу бабла, то, конечно, не забуду поделиться с тобой, брат. Но спасибо огромное Виктору Цою за пачку сигарет и за последнего героя. Звезду по имени Солнца и группу крови за все его песни. Аплодисменты Цою! Ну, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо. На сегодняшний день и билет на самолет с серебристым крылом. Тот летая оставляет земле листья. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо. На сегодняшний день и билет на самолет. Да хоть поезда для меня Виктор Цой навсегда рок-звезда. Всем спасибо большое за прямой эфир. Алло? На трубку. Да. Новый трофей, Андрей. Мы с тобой сегодня как бы потратили некоторое время, да, на коммуникацию. Крутой чел. Да. Но оно того стоило. Ну, значит, ну, хорошо, я... Что-то не делал, да? Что-то не делал, да? Свет стоял. Так я... Ну, что он звонит и говорит, как свет стоял. Как редактор этого эфира, громко может сказать, но на самом деле это было от души, это было кайфово, это драйвово.
тебе успехов в твоих во всех начинаниях. Надеюсь, это талантище, крутой чао, там все сотрудничество. Ну, будем говорить, что это наша первая пробная версия, а, да? Это, ну, типа... Я думаю, что мы будем говорить, что это наша пробная версия, да, что мы будем усложняться и больше охват делать на весь Волгоград, чтобы нас слышали и поддерживали наш город, наш клуб, и слышали песни, которые народ сочиняет. Помимо меня есть очень много поэтов, которые прекрасные стихи пишут про ротор. Их тоже надо всех, чтобы, ну, город должен знать своих героев, которые истинно топят за главное, ротор. Тебя. Ну, Саш, тогда в заключение какой-нибудь крикни заряд. Хорошо, все, я понял. Че, покричим за ротор? Давай. За ротор! Вперед, за ротор! Не так. Большой театр любит кто-то, а я люблю команду «Ротор Волгоград». Ротор! Ротор Волгоград! Ротор Волгоград! Ротор Волгоград! Всем спасибо большое за внимание, за прямой эфир. У меня сегодня такой первый официальный был эфир. Я поздравляю всех роторов с выходом ротора в премьер-лигу. Надеюсь, фан-сектор также продолжит поддерживать свой клуб, наш клуб. А мы поможем, а мы тебе поможем, а мы тебе поддержим. Всех спасибо, всех до новых встреч. Обнимаю, всех обнимаю, всех. Спасибо огромное. Всем пока.